Всем привет! Наконец-то финал события. Давайте поучаствовать нажмем. А мы, в принципе, рядом находимся. Меня Смарт 7. Турнир уже сегодня. Нечто, ты готова? Хрю. Да, готова. Ну вот и хорошо. Твое воодушевление наполняет меня оптимизмом. Вперед на площадку межзвездного фестиваля турнира. Наконец-то. Наконец-то мы к этому шли. Но после этого у нас еще и сетевые какие-то игры интересные. Уважаемые зрители, внимание, внимание. О, смотри, Уайлдер. Он точно сможет нас зарегистрировать? Окей. Там ребят такие стоят, смотрите. Нечто, госпожа Март, вы пришли. Привет, привет. Пожалуйста, отдайте эфирную монету, а я помогу с регистрацией. Все готово, ваша информация загружена в систему. Когда будете готовы, сообщите моему коллеге вон там, и затем можете выходить на арену. У вас еще есть время до начала состязания. Может, используете его для подготовки. Желаю вам всего наилучшего. Господин, свинка рвется в бой. Давай посмотрим тут, пока готовимся. Свинка... кто это? Так, погодите, это возможно с сетевыми как... О-о-о-о, стоять! Это где мы находимся? А, ну нет, погодите, эти сундуки я отдельно видео сниму. Выйдите на поле боя. Турнир скоро начнется, хотите выйти на арену? Хочу. Спуститесь на арену на лифте. Я и так понял. Че пугать-то меня? Это она сейчас покажет. И поприветствуем следующих участников нашего турнира. Первопроходцев. У-у-у, сразимся с ними. Вы видели, какой... Какие люди, не ждал вас здесь? Не ждал. Лука? Ну да, это я. Проблемы? Это нас приветствует. Да вовсе нет, достойный соперник, это мне по душе. Поддаваться не буду, предупрежу сразу, мой эфирный дух вас сокрушит. Атмосфера тут так будоражит. Кажется, он готов нечто, господин Свинк, поехали. Мне уж не терпится, давайте. Ух ты, вот это я понимаю тема. Вау! Моменто! Подождите, смотрите, какие у нее интересные. Мне зеленые нужны. Мне нужны будут зеленые 100%. А я могу поменять, пожалуйста? Есть! А ну-ка, идите ко мне. Подождите, у нас, кстати, по-моему, кто-то поменялся. Во, вот это толстяка мы не использовали. Давайте, свинья остается. Это 100%. Кого можно еще взять, как вы думаете? Чтобы победить, ну, там действительно очень сильные противники. У нас в основном нужны зеленые, но зеленых у нас, по сути, нету, нету. Я не хочу этих двоих ставить, не хочу этого робота ставить, вообще, вообще ноль. А получается, если мне кого-то брать, то только фиолетовых, я правильно понимаю? Кто нам самый мощный какой из фиолетовых? Мощный прям, вот супер мощный. Вот это мне нравится, это вообще идеально. И знаете, кого еще возьмем? Ну, вот этого, скорее всего. Да, он тоже неплох. А я не помню, вот это, что делает. Короче, ладно, давайте таким составом. И самое главное, их сейчас одеть перед битвой, потому что там вообще будет нечто. Этого прокачаем, надеюсь, у нас есть. О, максимальный уровень. Посмотрите на этого толстяка, он прям жаждет уже ворваться. Я его одену сейчас, как мне советуют. На максималка. Ха. А я что-то переживаю. Так, этого тоже надо прокачать. Мне советуют здесь экипировать непонятно что. Погодите. Вот этого я сначала хочу. Она прям очень хороша. Надо одеть вот так вот. Ай, я не могу. Смотрите, после первого применения базовой атаки навыки Эна дает дополнительный ход. Ай, повышает максимальное ХП на 40%. Значит, повышает шанс быть атакованным. Вы что, нет, такого нам не стоит делать. Давайте тогда сами выбирать. Значит, повышает шанс быть атакованным опять. Это не подходит, не подходит. Надо что-нибудь мощное, что-нибудь урон какой-нибудь. Повышает силу атаки и понижает скорость на 30%. Как вам? Понижает силу атаки и повышает ХП. Повышает урон, наносимой атакой по противнику, процент ХП, который выше. Но повышает силу атаки во время чужого хода. Вот это вообще без понятия. Но, по-моему, звучит неплохо, если что. Ладно, давайте вот этого тоже оденем, потому что у нее тоже какие-то нестандартные вещи. А в конце своего хода получает барьер. Во, давайте снимаем. Этого мы не используем, мы можем взять. Я не помню, вот это кто такое? Подождите.
Да, ну мы можем взять вообще у него все, смотрите. Победа над противником, после атаки противника, вот эту штуку я хочу взять, 100%. Короче, вот так вот и вот так вот. Все, поехали. Надеюсь, вы запомнили какие. Если у вас будут сложности, может, вы сможете... Если я вообще выиграю, на самом деле, тут вообще непонятно. Так, все 6 уровня, все одеты, и давайте, начнется бой. Игра начинается, покажите, на что вы способны. О, здесь только в ручном режиме все можно делать. Капец. Ну давайте, знаете, тогда будем бить вот так вот. Ну и свинья. Что-то прям вообще как-то... Бедная свинья, что со свиньей? Фига себе! А без свиньи я ничего не смогу сделать. А как так-то? Это нечестная игра. Я вообще не знаю, что делать. Я сейчас просто в тупике. Капец просто. Ну, урон просто нереальный. Вы что, серьезно? Никто не сможет сравниться, посрамить луку и железо. Может, мне и проиграть надо вообще. Может быть, действительно, в этом-то и фишка. А, я не знаю, какой это кошмар. Одиночная атака. Так, какое-то усиление есть. О, есть ульта. Ледяной какой-то там. Еее, пошла тема. Не, ну можно победить. Но свинью жалко. Если свинью не убили бы... Что он делает? Я не знаю, что он делает. Он вообще всех разнес прям сильно так, неплохо. Так, ну, давайте тогда вот на этого попробуем. Нет, оставь моего толстяка в покое. Какой демонтаж, я тебе дам демонтаж. Почему у него столько много? Он почему какой-то, подождите, бессмертный? Дайте усиление. Ай. Это какая-то дичь. Ха-ха. Так, окей. И поприветствуем еще одного участника. Да я уже знаю, все. Ладно, ребят, мы готовы. Надо побеждать. Здесь другого не потерпят, поэтому надо поменять команду. Я думаю, что здесь нам тогда потребуется кто-нибудь более мощный. А кто у нас более мощный? К сожалению, толстяк не оправдал свои ожидания. Ну хватит уже, пожалуйста, давайте скипаем. Это он, получается, чемпион, да? Я заберу у тебя эту монету, чтобы мне это не стоило. Ладно. Так, не, подождите, какую без свиньи я вообще ничего не могу сделать. Короче, надо как-то ее улучшить. Подождите, а в чем фишка? Секунду. Так, после использования атаки повышает урон, получаемый владельцем. В начале своего первого хода медленно восстанавливает. Атака противника со ослабления наносит ему дополнительный урон. И после использования спецспособности владельца... Короче, у нее самый лучший. Я менять ничего не буду. А, что касается этого толстяка... что мне делать? Что мне делать? Что мне делать? А, я не знаю. Ну, слушайте, тут... Может быть, знаете, кого надо поставить? Короче, мне кажется, вот этот очень хорошо подойдет. Да, ну, меняем все. Меняем вообще все. Давайте тогда на него это сделаем ставку. За каждый имеющийся у владельца ослабление наносим урон неинтересно. Значительно повышает шанс быть атакованным. И в начале боя понижает энергию, необходимую для использования способности. Отлично. Повышает силу атаки во время чужого хода. А, это вообще офигенная тема. Я понял, как она работает. Вот что надо. За каждый... Вот это убираем, скорее всего. Вот эту штуку ставим. То есть, когда меня бьют, усиливается, соответственно, мое... моя сила атаки и контрудар становится просто нереально мощным. Во, точно, поехали. Так, сейчас вообще классно будет. Теперь рейнджер пустоты, я не знаю, может его тоже поменяется на кого-нибудь, кто может скорость давать, да? Слушайте, хорошая идея. Ну-ка, стоять. Кто у нас скорость бафает? О, контрудар, нет, они все фиолетовые, конечно, мне не дадут это сделать. Ай... Так, ладно, тогда получается не получится, к сожалению, не получится. Может тогда это поставить? Ну давайте, давайте поэкспериментируем. Я не, на самом деле вообще не хотел использовать эту штуковину, но суть потому, что мне тут...
Ай, не дают это все. Ладно, поехали. Вот так вот сделаем. Вот так вот. И теперь надо с этим начать что-нибудь. Вот. После первого применения навыка или немедленно дает дополнительный ход. Короче, нет, вот так вот. А тебе поставим. Победа над противником восстанавливает. Неинтересно, повышает максимальный хп, значительно повышает шанс быть атакованным. Короче, ладно, давай попробуем так. Че, нормально, короче? Вот я думаю, таким вот составом попробуем. Я не знаю. Начать матч! Ой, после проигрыша я вообще не знаю теперь, что делать. О, мы же первые начинаем. Ну а что мы делаем? Бьем этих, да? Да, скорее всего. Ну это так слабо, это так слабо. Мне кажется, мне надо ее поменять, она мало что дает. Ой, еще взрыв, пошел. Пошел, ульта. Так, по кому ударим? Кто тут самый противный? Надо убивать кого-нибудь хотя бы. Хоть кого-нибудь. Вот опять свинью бьют. Ну за что свинью-то бить? Ее прям с первой очереди убивают. Но вообще не успевает ничего сделать. Это будет кошмар. Ну сейчас, по крайней мере, ее не убили. Есть возможность хоть какая-то. Ослабление пошло. Жесть, как же много просто... Так, есть какое-то усиление или одиночная атака? Что мы делаем? Усиление или одиночная атака все-таки? Ну, давайте одиночная атака. О, есть! Идеально! Так, щит. Щит, наверное, ставим на кого? Давайте, ладно, на... Не, на свинью надо было поставить! Надо было ставить на свинью, ребят. Ну, что сделаешь? На! Да, надо на свинью было ставить. Ой, хорош! Опять свинью убили. Короче, надо было на свинью ставить, тогда мы победили бы. Так, пока еще живем. У-ху! Никто не сможет. Я тебе сейчас покажу, никто не сможет, смотри. Ничего, как сможем. С этим мы сможем 100%. Так, кого убиваем? Вот это убиваем, в первую очередь. Во, пошло дело, сейчас взорвем всех. Пошло. Есть! Это было круто! Но недостаточно пока что. Да, я предлагаю тогда, знаете что, да, вот это вот добить, да, одиночной атакой. Или у нас есть щит. Ай! Надо было щит ставить. Надо было щит ставить! Фига! Ульта! Ульта, 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 ульта! Давай, 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 давай! Есть! О, жесть! О, как же это сложно победить! Почему они так сложно все делают? Я не понимаю, тут события должны быть просто простые. Еще раз. Этим же составом я не буду ошибки допускать. Причем они у меня максимально прокачаны. Максимально! Так, ладно. Ой, это просто, я не знаю, это... Угу. Ну что делаем? Вот так-то опять бьем, да? О, ульта пошла. Так, смотрите. Ну, этот тип мне не нравится. Я думаю, его сначала надо как-нибудь ликвидировать. Опять свинью. Да успокойтесь. Оставьте свинью в покое. Я считаю, эта команда все равно лучше, ребят. Я считаю, что она лучше в любом случае. Просто я неправильно все делал. Ну, теперь попробуй. Усиление. Так, усиление, не, не. А почему на себя-то? Ладно, давайте с усиления начнем. А, так это можно было да, так делать. Ладно, взрываем всех. Пришло время. На свинью ставим защиту. Да, есть она. О! Да. Так, кого бьем? Вот этого, да, может быть, убьем. Не убили, да? Да свинья, бедная свинья! Да я не понимаю, почему ее так сразу убивают. Это просто какая-то дичь. Как можно ее еще сильнее сделать? Я не знаю.
Фига. Еще можно ударить? Есть. Теперь главное, чтобы этот не убил меня. У-ху! Да, ребята, это просто кошмар. Это просто такой кошмар, я не знаю. Так, ладно, давайте тогда улучшим пачку. Я думаю, что тогда надо что-то сделать со свиньей. Проблема, конечно, в том, что свинья погибает. Вот что, вот это самое главное. Так, свинья... Подробнее. Она даже не успевает даже, в принципе, лечить. Понимаете? Так, после использования атаки повышает урон, получаемый владельцем и атакованным противником. Снимаем эту штуку. Давайте, понижает силу атаки и повышает хп на 60%. Вот. Ой, я сейчас просто взорвусь на самом деле от сложности. Значительно повышает шанс быть атакованным. Нет, после первой... Так, после базовой атаки не то. Где еще? После победы над противником восстанавливает. Повышает силу атаки, понижает. Повышает урон. Нет, повышает силу атаки. Нет. Урон, наносимый противником со щитом, тоже нет. Где у них после атаки противника владелец расходует 25 и продвигает свое действие вперед. Во время атаки снимает одно усиление с цели. Повышает максимальное хп и значительно повышает шанс быть атакованным. Повышает силу атаки и максимальное хп. Во! Погодите, у кого эта штука? Вот что мне надо, короче, еще хп увеличить, чтобы прям она вообще не погибала, эта свинья. Немедленно восстанавливает своего первого хода, да? Атака противника с ослаблением наносит ему дополнительный урон, равный 50 от силы атаки владельца. Атака противника с ослаблением наносит ему дополнительный урон. Так, давайте вот эту берем. И поставим хп. 20% хотя бы что-то ей даст. Так, что мы еще можем сделать? Можем мы кого-нибудь поставить вместо вот этой штуковины, да? Хотя она взрывается, но я не сомневаюсь, что она вообще, может быть, какой-то импакт вносит. Фух, кого же мне поставить? Вот прямо из зеленых я даже не знаю, кого ставить. Может, вот этого попробовать? Хотя, на самом деле, знаете что? Вообще, идея вот эта интересная. Я думаю, попробовать с ним. Хотя там фиолетовых очень много. Очень много фиолетовых. Но он, по крайней мере, зеленого поможет убить. Да? Или нет? Я не знаю уже теперь. Что вот этот? Давайте, ладно, посмотрим вот этого чувака. Может быть, в нем кроется какая-то сила скрытая, я бы сказал бы. Советуют поставить вот это и советуют поставить вот это. Ладно, окей. Короче, вот таким составом посмотрим. Не знаю, я подберу, скорее всего, рано или поздно команду подходящую. Капец. Так, начинаем опять. Может быть, ее стоит поменять, кстати. Может быть. Может быть, стоит мне вот так вот бить. Давайте экспериментировать. Ой, вообще ноль. Просто вообще ноль. О, свинья 10 тысяч есть, ребят. Свинья 10 тысяч, это прекрасно. Так, давайте вот этого тогда убивать. А, у него одиночная атака только. Я не думал. Ой, ну как же свинью бьют, а? Ну она, по крайней мере, смотрите, пока жива еще. Есть. Мне вот это, конечно, прям очень сильно надоедает. Она столько постоянно ходит, невероятнейше. Ух ты. Не, вот сейчас вот будет, я уверен. Ставим на свинью защиту. Отскок, это что такое? О, вот это я понимаю, нормально прошло. Так, с одиночной атакой нужно тоже, наверное, вот это убивать, да? Главное это свинья, главное свинья, ребят. Отскок сделаем? Давайте отскок. О, ульта какая-то есть. Я не знаю, что она делает. Есть! Свинья живет, живет!
Но! И еще теперь, ульта пошла. Идеально. Но, у меня все живы, а у них уже все, никого не осталось. Так, вот этого надо убивать. И еще так вот. Щит на свинью. А ну попробуй пробить ее теперь. Так, у нас тут интересный момент. Бьем, наверное, вот этого. Хорошо. А как тебе контратака? Есть! Все, это идеальная пачка с идеальными чипами, поняли? Короче, он безумец какой-то, конечно. Ну, что сделаешь с этим? Вот так вот еще. Да, надо было сделать свинью просто бессмертной. Все, понятно. Отскок и конец. У меня все живы будут даже. Есть! Уу! Мы подобрали лучшую команду, ребят. 4 выживших. И наши победители. Герои Белобога Нечто и Мартин. Ваша репутация не пустые слова. Такими темпами вы мигом станете чемпионами. Надеюсь, спасибо. В смысле, следующий турнир скоро начнется. Просим участников пройти в зону для разминки и подготовиться к выходу на арену. Следующий турнир скоро начнется, пошли на разминочную зону. Мои мечты о чемпионстве не сбылись, но в вас я верю. Если заберете титул, вас будет славить весь Белобог. Подождите, это не... Следующий матч скоро начнется. Я думал, это будет последняя единственная битва. Мне лучше подготовиться или поболтать с кем-нибудь. Турнир скоро начнется. Хотите выйти на арену? Хочу. Да, спускайтесь. Ё-моё, да что такое? Я не знаю, как это реагировать на это. Я думал, реально, сколько там битв-то будет? Можно хоть посмотреть? Ай, капец. По-моему, я не знаю, здесь вообще ничего не говорится. Ничего. Ребят, не знаю, мы прошли какую-то одну только битву. Это было сложно, подобрать команду просто нереально сложно было. Поприветствуем следующего участника нашего турнира, да мы уже были здесь. Кто там следующий? Я не вижу. Там кто-то... Это Топаз? Кто это? Понятно. Я прибыла к вам на Сен-Джоу и выступаю не только ради шоу. Для полного счастья нужно хотя бы 10 стрел в день, так что ты знаешь, что делать теперь. Я побежала, сцена зовет, и ты подходи, соберем народ. Нормально, опять секунди. Ого, никогда такого не видела. Это вам не та мелкая площадь с возвышающим святилищем. А вот мы и снова встретились. Как неожиданно и приятно. Да, и правда неожиданно. Ну, пока что мы с вами соперники. Выходит... Действительно и правда. Ну, как там говорят, ни пуха ни пера, только к черту не посылайте. Устроим шоу, которое еще долго не забудут. Оу! Йоимия, короче. Она похожа очень сильно на Йоимию. Точно, ребят, я не знаю, это просто какой-то кошмар. Я предлагаю пойти тем же путем. У нас вроде бы эта команда выигрывает. Не знаю, ребят, не знаю, может проигрыш будет. Дамы и господа, сейчас вы просто изумитесь. Шоу начинается, ребята, шоу начинается. Кого будем бить? Мы будем бить... я даже не знаю, кого бить. Давайте так. О, сразу ульта, погодите. Ну тут, в принципе, разницы никакой, я не знаю. Может быть, вот этого? Или волка, наверное, да? Он там что-то будет очень опасное делать, по-моему. Вообще ноль! Ну я понимаю, что там, ну... А, я не то сделал. Ладно, ребят, ситуация. Там, короче, что-то не то пошло. Ладно, у нас есть отскок. Отскок, наверное, сделаем тогда. Да, в принципе, без разницы. Как же сложно, что это происходит? Я не понимаю, как это работает. Ослабление надо было сделать. Вот, отлично. Ну, что-то ему плохо, да? Ему поплохело очень сильно. Так, щит на себя вешаем. Да, придется пачку менять, походу. На, надо будет менять. Если мы сейчас... Свинья не поможет, то это будет конец.
У-у-у! Но! Ну нет же! Кого вы меня убили? Да, это капец какой-то. А кто у нас? А, у них в основном одни фиолетовые, надо было зеленые. Да у меня, в принципе, ты что сделаешь-то? Зеленые все слабые. Ой, капец, ребят, полный капец. Мы только сейчас одного убьем, да? И отскок сделаем, да? Бам! Воу! А че ульты-то не было? У-ху! Че делать? Че делать? Ну да, тут у нас уже проигрыш, походу. Свинья просто не может ничего вылечить. Лечение хоть какое-нибудь. Отскок на кого? Вот этого? Так. Живем. Нет. Нет. Надо его убить. А уже поздно. А! Ух ты, что творится? Что творится, а? А, читерство! Так, свинья, на тебя вся надежда. Аж жесть, все, это конец. Да все, остановите этот, просто отступить. Ой, какой же... Ладно, меняем, ребят, я не знаю. Эта пачка, к сожалению, не прошла второе испытание. Свинью мы не будем переделывать, она лучше, наверное, не придумаешь. А, короче, надо скипнуть, я забыл совершенно. Ух. Так, что у нас со свиньей? Кстати, погодите. Я вспомнил, там же есть ослабление, я не помню, ослабление-то у нас стоит. А в начале своего хода немедленно восстанавливает, повышает атаку после использования владельца, восстанавливает ХП, понижает силу атаки и повышает ХП. Нет, подождите, надо повесить на нее ослабление, ребят. Надо повесить на нее ослабление. Восстанавливает 35, повышает силу атаки. Короче, мне кажется, что вот это надо убирать. Повышает урон, получаем владельцем и атакованными противниками. Нет, в конце хода снимает все ослабления с владельца, а также одно ослабление основных союзников. Атака противника с ослаблением снимает урон. И от силы атаки, атака противника с ослаблением. Каждая имеющаяся так не то, в начале боя не то, значительно повышает шанс быть атакованным после первого применения. Ой, как же это сложно. В конце своего действия, так, какой-то барьер, который позволяет один раз избежать от всего урона, кроме периодического. Ничего себе. После победы над противником... Ай, какой же кошмар. Да, короче, видимо, нет, ребят. Составляем как есть, я не помню. Да, я же сказал же... Ну, ё-моё. Отмена. Все, оставляем как есть. Короче, придется, наверное, менять весь состав. У них все фиолетовые в основном. Один зеленый вообще ни о чем. Мне, в принципе, только вот этого надо поставить. Я считаю, да? Вот это, кстати, неплохо отрабатывал, если честно. Он очень даже хорошо отрабатывал. Красных ставить нельзя, к сожалению. Нам надо будет поставить кого-нибудь из фиолетовых. Может быть, волка, кстати. Волк, по-моему, тоже ведь вызывает еще подкрепление. И эта штука неплохая. Ну да, может быть, все-таки. Ладно, давайте таким интересным составом. Берем пока так, берем так. У свиньи повышает 20% силу атаки и ХП. Ну, я не знаю, насколько это хорошо. Может быть, использование атаки повышает урон, получаем владельца такого. Нет, атака противника с минусом дополнительного урона равна 50% от силы атаки. Это сложно, это реально, в конце концов, действие. Так... Скорость, ну, скорость такой себе, конечно.
Понижает силу атаки на 75, повышая хп, повышает урон на 7 атак по противнику, процент которых... Так, короче, вот с этого начинаем. Давайте сделаем так. Теперь здесь нам что-нибудь надо. Опа, вот это неплохо. Оставляем. Мы этого оставляем. Короче. Я не знаю, как лучше, но другого я варианта не вижу. Если эта бомба не взорвется, не уничтожит всех... капец. Ну, давайте с ульты начнем. Кабанчик. Так, с этого, как мы делали, я не помню. По-моему, вот эту штуку мы уничтожали, да? Со скока, а отскок. Он хп теряет, кстати. Ну, такое себе удовольствие. Усиление. Что это за дичь была? Это я не понял, честное слово. Так, секунду. Что, опять, что ли? Ты что ты делаешь-то? Ты всем хп снимаешь. Я не знаю, как это работает. Может, так надо делать? Вот так вот надо делать. Да! Так, секунду. А то свинья погибнет. Этого делать нельзя. Так, еще какое-то усиление есть. Поехали. Атака вот поэтому, да? О-о-о! Взрываемся. Смотрю, вы сюда не шутки шутить пришли, конечно, потому что у меня для тебя сюрприз. Вот, начинаем с этого. Это неприятная ситуация, но они начали ходить, это уже не очень приятно. Свинья, главное, чтобы свинья жила. Ой, надо было волка убивать! Офигеть! Давайте еще раз. Ситуация. Я неправильно все сделал, да? А-а-а, нет! 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 А, ну это было близко! Это было безумно близко! Мы могли победить! Этих все, их просто невозможно, я не знаю. Это какая-то дичь, если честно, просто дичь. Так, ладно, ну, видимо, они там что-нибудь... Ну, это рыба вообще бесполезная. Просто бесполезная, ребят, просто бесполезная. Ну, давайте так. Может быть, он нам что-нибудь даст? А, я его и до шестого не могу прокачать уже. Понятно, уйди отсюда, даже я даже видеть тебя не хочу. Ладно, давайте вот этого попробуем. Кто это у нас? Дайте вот так вот это. А, короче, вот так вот. Победу над противником восстанавливает. Да, поехали. Причем я... Самое ужасное. Я же не могу их никак прокачать вообще. Так, смотрите. У нас поменялось все, да? Мы теперь с одиночной атаки. Я думаю, может быть... Волка, наверное, бить. Волка бьем, да? Или все-таки его? Волк будет призывать. Че, опять усиление делать? Он... А, он типа забирает хп у всех, да? Да, он у всех забирает хп. Не знаю, может, эта проблема действительно... Очень серьезная. Может, не стоило было это делать. Ну ладно, дайте усиление. Ну, свинья погибнет, скорее всего, теперь. Так, успеем.
Успеем. Есть. Изи. Никакого усиления, просто в атаку бьем, да? Правильно же? Да. На! Ну! Есть! Идеально! Все, эта пачка прошла. Молодцы, отлично. Ой, никакое усиление, вы что? Поехали, без усиления, пожалуйста. Все, изи. Каждый раз мне придется менять, что ли, пачку? Это же невозможно, пожалуйста. И наши победители. Дуэт из Альянса Цианчжоу, первый проход из Звездного Экспресса. Вот это было выступление. У меня просто сердце в пятки уходило. Они никогда не думали податься к нам, возвышающее святилище. С моими и вашими навыками мы как так сработаемся, что на выступлениях яблоку негде упасть будет. Ну, точнее, яблок-то там и нет. Но, короче... Следующий матч скоро начнется. Просим участников пройти в зону для разминки и подготовиться к выходу на арену. Ну, наконец-то, нам нечто, пошли в разминочную. Не забывайте отдыхать, у вас впереди трудный день, я буду за вас болеть. Короче, следующий матч... Я не знаю, что там ожидать. Подождите, а кто у нас тут стоит? Зелье еще стоит? Мне лучше подготовиться или поболтать? Да какой болтать? Они болтать хотят. Сколько тут соперников-то, мне хоть объясните. Так, дайте посмотреть, может там что-то меняется. Или ничего не меняется. Ох, ух ты, вот это я понимаю, смотрите. А, типа можем побеждать их и получать новые чипы. Офигеть, вы посмотрите. Вы же понимаете, что мы на самом деле могли сделать? Короче, мы, наверное, зря сюда сразу пошли. Надо было сетевые сначала матчи пройти. Охотница за Силаронами, на экране ее видно. Но где она на арене? Думаешь, мы ее спугнули? Вполне вероятно. Прием! Но смелое заявление, не хочу расстраивать, но меня так просто не спугнуть. Она взломала систему вещания? Не техника. На прошлый век какой-то проще простого. Но вот экран уже посложнее. Ну что, поделать так сойдется. Но ты видишь ее, а? Если не хотите кого-то обвинить, вините систему защиты у КММ. Хотя какая тут защита? Позорище сплошное. Хватит болтовни, представляю вашего следующего оппонента. Меня! Вы уж выложитесь на полную, а то не хочется со скуки помереть. Ух ты. Это довольно интересно. Они почему-то всех фиолетовые используют. Все используют этих фиолетовых. Но я не понимаю, в чем суть. Они не дают. Вот если бы они всех красных поставили бы, я бы знаю, как с ними справиться. Да сдавайтесь уже. Сдаваться? Держи, у меня ульта есть. Попробуй. Ничего не помогло это. Так, ладно, кто у нас тут есть? Идеально, давайте его тогда уничтожим. Ему вообще все равно. Так, тише. Нате. Так, усиление мы делать не будем, естественно, да? Мы не делаем усиление. Нам нужно вот этого молодого человека завалить как-нибудь. Вон, вообще заморозили его! Усиление! Атака! И взрыв давайте пошел. Такого я не предполагала. Так, усиленная атака, но я думаю, что вот этого надо уничтожить. Ух ты, в свинью ударил. Неожиданность. Действие вперед. Ах ты, проказник, ты, ё-моё, да что ж такое-то, на. О! Каким образом ты это сделал? Так, у меня только одиночная атака есть, ребят.
И все, да? Есть! Так, надо, наверное, я не знаю, кого-то убивать из них. Давайте сконцентрируемся, наверное, вот на этом, наверное, да? ХП, ХП, а почему ты ХП-то не восстановил? Почти добили. Есть! Да, скорее всего, чем нет, да? Ой. Так, ничего, может быть, усиление сделаем и попробуем добить их? Или нет? Или да? Ох, жесть. Есть! Но! Эта пачка справилась, ребят, даже ничего менять не пришлось. Нормально. И наши победители, отважные спасители космической станции Герта. Ну вот это был бой, да. Вы оказались сильнее, чем я думала. Мне давно уже не приходилось так выкладываться. Приходится признать, вы свое дело знаете. Даже могущая охотница за стелларонами готова признать поражение. Следующий матч скоро начнется. Просим участников пройти на разминку. И нечего делать такие удивленные лица. Я могла бы обойти правила, если бы хотела, но также будет неинтересно. Пора возвращаться в зону разминки, у вас еще будет один матч впереди. Следующий матч скоро начнется. Кто это? Мне лучше подготовиться. Да я хочу на арену. Пустите меня, пожалуйста. Жестко, 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 жестко. Ой, да. Они слихнутся с гостем с Эпсилона. Джованни, как же я рад снова вас видеть. Кстати, вы отлично себя показали. Почему вы опять здесь? Мне тоже такой же вопрос возникает. Если это не проделки судьбы, то ответ тут лишь один. Но давайте пока не будем об этом. Сейчас важнее всего насладиться замечательным фестивалем. Друзья, давайте потанцуем. Нас ждет кульминация роскошного праздника. Ух ты. Так, объясните мне, это финал? Вот оно, наконец-то! Смотрите, короче, будет здесь очень сложно, очень. Прям настолько сложно, что я даже не знаю, что делать. Теперь против нас, кстати, такой же тип. А, я не знаю, это просто дичь. Я меняю команду, ребят. Я не хочу так жертвовать собой, смотрите. Так, здесь нам предстоит, наверное, эксперимент провести. Кто у нас еще из красных есть? Ну, я их не смогу поднять. У меня получается только либо такой состав. Ух, я нервничаю. О, как же я нервничаю. Так. Ну, я не знаю, кого поставить. Кого поставить. Вот этого поставить. Ладно, давайте так. Давайте так. А, в первую очередь, конечно же, нам надо будет поднять в начале боя, понижать энергию, необходимую для воспользования в начале боя. За каждое имеющееся... так, это я не знаю, может поставить. Так, вот этого надо еще в первую очередь. А, он уже, смотрите, одет. И этот одет. Они все одеты. Ладно, короче, поехали. Не знаю, я еще не уверен, что на самом деле мне удастся победить. Прям честное слово, поэтому... Ну, сыграем на битс, посмотрим. Не растеряли ли вы еще мастерство? Мастерство, мастерство. Вот это, кстати, по-моему, опасный, да? О, надо этого убивать. Да, давайте его. Да, поддержка. Есть! Одиночная атака. Ульта. Кабань, опа. Удар по площади. Ну да, дорогой мой. А, конец вам, ребятки. Мне если толстяка завалить, то это будет хорошо. Не бей мою свинью, кто тебе позволил это. Вот, они в команде очень хорошо работают, ребят. Просто до безумия. Ну что, мы тогда свинью, наверное, да, сделаем основной, как бы, да, защиту и так далее.
Превосходно, а теперь... Крещендо! Что за крещендо? Это крещендо... Подожди, друг мой, у меня хорошие новости есть. Ну, он хп себе восстановил, да, по-моему, нет? Или мне показалось? Но он ульту использовал, он хп забрал у остальных. Так, короче, я вот за этого хочу. Дай мне поддержку от моего. Вот этого убиваем, да? О, ё-моё. Лечение. Опа. Стой! Я еще не закончил. ХП, ХП, ХП! О, нет. Че, усиление? На себя? Надо этого добивать. Да, надо этого добивать. Хотя и этого тоже. Успеем? Уу! Так, эта пачка справилась, кстати. Наконец-то нормальный наш победитель первый проход. Великолепно, великолепно. Меня просто поразили появление вашей силы из-за решительности. Так это все, что ли? Все? Нет. Сейчас как раз начнется лучшая часть. Дальше против вас выйдет самый серьезный противник, победитель прошлого чемпионата. Сила, с которой нужно считаться и которую нельзя не уважать. Прошлый чемпион госпожа Топаз. Чтобы стать настоящим чемпионами, вам придется сначала одолеть ее. Так мы, получается, добрались до финала. А вот и он, момент, которого вы так ждали. Финал вот-вот начнется. Просим участников пройти в зону для разминки. Да и нет. Помните элитного игрока, о котором я говорил? Она очень ждет поединка с вами. И но, чтобы слихнуться с ней, сперва нужно победить госпожу Топаз. А теперь идите и готовьтесь. Так у нас еще два поединка, что ли? Офигеть! Финал вот-вот начнется. Мне лучше подготовиться. Почему мне предлагают поболтать? Что за глупости? Какая тут болтовня, если меня прям просто адреналин крови, прям вот хочется... Давай, давай, давай. Ладно, Топаз, ребят. Было сложно. И против них сама директор отдела, понятно. Я не сомневалась, что вы и ваша свинка-копилка пойдете в финал. Ну что, повеселитесь. Да еще как. Для этого фестиваля и нужны, согласны, фестивали. В любом случае, если вы здесь, то это означает лишь одно – быть в войне, эфирный, конечно же. Надеюсь, вы готовы. Я этого матча давно ждала, не разочаруйте меня. Да давай! Все говорят Топаз. У нее столько фанатов, нельзя молчать, скажи что-нибудь нечто. Я хочу домой. Нормально! Первопроходцы. Опа. Им понравилось. Прекрасный настрой. Давайте проверим, достойны ли вы финала, или вам просто повезло. Ух ты. Жестко. Так, у нее, смотрите, в основном одни красные, да? В основном одни красные. Было бы идеально поставить кого-нибудь все получше. Вот этого мы меняем. Знаете, на кого поменяем? Смотрите. Нам же дали очень много. Вот этого мы давно не использовали. А я его даже прокачать не смогу, да? Конечно, нет. Ну, придется так кого-то менять. Ой, они у меня вообще пяти... А я не знаю, что теперь делать. Ой-ой-ой. Ладно, давайте тогда этого поставим. И будем надеяться на то, что все будет хорошо. Короче, идем таким же составом. Поехали. Да... Тем же составом. Ой, не знаю. Надо было прокачать их, конечно. В сетевые игры надо было идти, ребят. В сетевые, понимаете? Так, начинаем. Красный есть? Да, мне сразу советуют его убить. Поддержка. Усиление. Как же хорошо пошло, да? Ну, это типа начало только, да, естественно. Какая музыка, да? Музыка прекрасная. Ой. Их вообще не пробить. Это просто какая-то дичь. Офигеть, они толстые. Он еще и вызывает их. Ну,
Надо толстого убивать. А у них тоже свинья-копилка. А-а-а! Только что заметил. Так, на кого защиту ставим? Вот на этого, да? Надо свинью убивать. Надо убивать свинью, конечно, в первую очередь. Да, свинью убиваем, ребят. Если не свинья, то кто? О, у меня такого нету героя! Это что? А, это вот это. Так, свинья, свинья в приоритете. Ух ты. А это нечестно было. Ух. Так, на себя защиту ставим. Надеюсь, свинья поможет мне. Ну, и лечит она еще, а? А вы сильнее? Да я не сказал бы, что сильнее на самом деле. Есть, свиньи нету. Ох. Главное своего этого не потерять, и все будет хорошо. И надо толстяка убивать теперь. Да, он бесконечных будет вызывать. Капец, а. Нет же, ну как? И что теперь делать, а? Дичь какая-то, просто. О-о-о-о. Да нет, это, короче, надо отступить, вообще просто отступить. Я не могу, к сожалению, использовать других, понимаете? И в этом проблема. Они... Мне надо сетевые проходить. Для того, чтобы прокачать их. Ой, ладно, попытаемся еще разочек, на самом деле. Надо было свинью убивать в первую очередь. Я не заметил, что у них свинья. Сейчас все будет супер. Так, свинья, 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 ешка. Как же больно бьют, а? Так, щит, на кого ставим? На себя же. Ой, это жесть. Так, свинья пошла, ульта. Есть! Так, теперь убиваем толстяка. Щиты подняли. На! О нет, он что-то разозлился, походу. И туда же отправляешься ты. Так, естественно. Щит. Щит, я думаю, смотрите, мне надо защитить в первую очередь, конечно... Вот этого, если свинья выдержит, во, пошла ульта, есть, у нас есть шансы, ребят, есть, есть шансы, еще ульта, да, давай все максимум используем, прямо сейчас,
О, жесть! Вы видели это? На себя. Поддержка. Усиление. Ю-ху! Отправляемся. Есть! До свидания! Да, это супер просто, офигенно круто. И победа достается отважной паре, очаровавшей всех посетителей межзвездного фестиваля команда, команде, ставшей вторыми чемпионами в истории турнира. Неудержимому дуэту первопроходцам! Мы победили? Да, видно. Но у нас еще ведь что-то будет. Ну вот это да, господин Джованни не соврал, когда гарантировал мне по-настоящему достойных соперников. Я в восторге, вы по праву заслужили титул чемпионов. Все кончилось? Пока нет. Не забывай про элитного игрока, о котором говорил Джованни. Победа не затмила ваш разум? Действительно, согласно плану господина Джованни, вам предстоит кто-то еще. Уверен, он расскажет подробности уже скоро. А пока наслаждайтесь победой, вы все-таки ее заслужили. Ну давайте уже перейдем к следующему этапу. Поздравляю с титулом чемпионов межзвездного фестивального турнира. Ой, Джованни. А, нечто, вы с госпожей Марта восхитительно появили себя. Поздравляю с победой, это мой долг. У вас по-прежнему отличное чувство юмора. Вообще-то я хотел бы обсудить, что вас ждет после праздника. Если удобно, давайте встретимся у входа в холм Вечно Зимний. Буду ждать вас там. Это господин Джованни сказал? Да, отлично. Да к чему такая секретность? Зачем нам туда тащиться, чтобы просто поговорить? Ну что ж, раз же он зовет, почему нам туда и не пойти, да? Да, и достижение дали какое-то. Ух, я мне не терпится, ребят, мне не терпится дальше пройти. Подождите, а это у нас уже отдельно, что ли, получается? Победа? Нет, это все то же самое, ладно. Жесть. Нечто, госпожа Марта, я знал, что вы придете. Что вы хотели обсудить? Ну как же? То, о чем мы с вами столько что говорили, конечно. Как только вы забрали титул чемпионов, она сразу со мной связалась. Сказала, что вы, несомненно, продемонстрируете свое мастерство. Еще одно испытание, да-да-да. Элитный игрок хочет провести с вами почетную супердуэль. А почему дуэль? Я здесь просто проводник и не могу этого сказать. Вам нужно лишь подняться по этой лестнице и встретиться лицом к лицу. Вы готовы? Да. Тогда прошу, поднимайтесь по этой лестнице, найдите свою судьбу. Ой, холодрыга, и тут так будто что-то изменилось. Слушай, мне кажется, или снег действительно стал идти сильнее? Мы, наверное, уже близко. Интересно, кто же она? Ух ты. Да ладно тебе. Вы прикалываетесь, что ли? Вы понимаете, что это значит? Они просто ненормальные. Там два таких толстяка или еще... Ух, чемпион одолеть невозможно. Бой один из двух! Хук. Я тебя уже не люблю, Хук. Я не смогу победить, я уж чувствую. Это просто жесть какая-то. Бедная свинья. Ей, походу, конец. Еще и это взрывается, да? Ну, конечно же. Как это вообще возможно?
Так, на кого щит ставим? Такс, вопрос, конечно, интересный. Я не знаю, на кого на самом деле. Ой, свинья бедная. А, слушайте, они именно разваливаются, вроде бы нормально. Но он все еще делает и делает эти штуковины. Это просто жесть. Они взорвутся, и это будет конец, ребят. О, хук, пощады, да ладно тебе, какая пощада. Да он еще что-то будет вызывать, что ли? Лечение, все. И еще одно лечение давайте, максимально все прям. Уу! Есть! Ой, ой, ой. Вот это я понимаю битва, ребят. Вот здесь-то будет, конечно, решаться все. И у нас тут получается зеленый против нас. Красный у нас есть. Фиолетовый, так, фиолетовый, фиолетовый, фиолетовый. Могут бить их только... Что делаем, ребят, что делаем? Они все просто нереально сложные. Но этот будет вообще какой-то жесть творить. Не знаю. Что ж делать-то? Что ж делать? Они, по-моему, никто никого не призывает, да? Или... Они, да, не призывают. Поэтому, если мы убьем этих... Хотя, может быть, сразу больших бить. Зеленых мы, конечно, сильно не пробьем. Тогда, может быть, сконцентрироваться. Я не знаю. У-ху, я не знаю, не знаю, не знаю. Но этот тип тоже очень опасный. Да, я понял. Так, ну эти упадут с контратаки. Жесть. О! Отлично! Отстань от меня. Есть. Поддержка. Так, сразу ульта, не знаю зачем, на всякий случай. Ух ты ж. На тебе. На. Есть! До свидания. Но! Есть! О, жесть, как же сложно. Я так и знала. Я знала, почетная соратница. Я знала, что ты вернешься. И победителем этого чемпионата объявляется... Ху-ху-ху-ху! Нечто, ты только посмотри, сколько людей... Думаешь, они нас пришли поприветствовать? Думаю, да. Приветствие достойное чемпионов. В этот раз опять ваша взяла, но Хук победила в прошлом чемпионате, так что больно-то не взрывайтесь. Как скажешь.
С возвращением, уважаемая. Это дядя в красивой маске. Рад вас видеть, госпожа Хук. Надеюсь, вас все устроило по нашей договоренности. Я очень-очень рада тебе. Думаю, а не предложить ли вам присоединиться к кротам? Я бы раз бы безмерно был бы рад, но, увы, как и эти первопроходцы, я на этой планете всего лишь мимоходом. Что ж, фестиваль пришел к своему триумфальному завершению. Что вы планируете делать дальше? Надо будет спросить экипаж. Понимаю, понимаю. Если позволите что-то посоветовать, то как насчет Пинаконии? Там есть самый большой парк развлечений во вселенной. Лучше места для веселья просто не найти. Парк отвлечений? Вроде что-то интересное. Дядя в маске, вы и нас со всеми кротами туда повезете? Ах, не уверен, что получится. Боюсь, госпожа Наташа будет возражать. Вот ведьма Целюка. Ничего, Хук, вот вырастешь немного, и тогда сможешь отправиться куда захочешь. Кого? Я вижу. Госпожа Март собственной персоной. Многоуважаемая госпожа Март, что? Наконец-то мы вас нашли, вы бы знали, чего это стоило. Мы везде обыскались, кажется, вы ошиблись. Нет, мы ищем именно вас, непревзойденную госпожу Март. Слава чемпионам! И это все прославие? Что? Нет, спасибо, конечно, но с чего это вы вдруг... Ну, дело в том, что отныне мы отряд поддержки первопроходцев. А титул чемпиона достойный лишь сильнейший, а мы всегда идем за самыми сильными. Ой, чудная политика в вашем КММ. Вот Аста, свинка, госпожа Топаз, госпожа Аста. Здравствуйте, давно не виделись, поздравляю с победой. Поздравляю чемпионов, да ладно тебе. Спасибо. Ну ладно вам, зачем эти формальности? Какой же он все же милашка. Точно чуть не забыла. Полагаю, об этом вы и не хотели говорить. Именно, поговорить. Сейчас можно Асту все объяснить вам. Не переживайте, прошу вас. Как вы уже поняли, я хотел поговорить об этом эфирном духе. Ситуация вам уже известна, так что не будем вдаваться в подробности. Я лишь хочу зафиксировать ваше решение. Зафиксировать наше решение? Именно ваше решение. Несмотря на все свое обаяние, эта свинка-копилка представляет для меня лишь данный максимум вещицу в коллекцию. В отличие от вас, мы с ним не сражались бок о бок, не отправлялись в приключения. Не были рядом все это время. Я попросту не имею права решать за вас. Я не хочу, чтобы принятие решения стало для вас чем-то неприятным. Так что не переживайте обо мне, а послушайтесь своего сердца. Свинка-копилка только ваш компаньон, часть вашего путешествия. Спасибо, госпожа Аста, но я не уверена, что... А давайте ты решишь нечто. Ты всегда знаешь, как лучше поступить. Уверена, в этот раз ты не ошибешься, так ведь? Да, я разберусь. Спасибо. Дело серьезное, надо все тщательно обдумать. Думаю, господин Свинка принадлежит Асте. Пусть господин Свинка остается с нами. Да. Как здорово. Госпожа Аста, мы приняли решение. Замечательно, значит, решено. Как-то так получилось. Спасибо за поддержку. Пусть путешествие было и не самым длинным, я все равно никогда его не забуду. О, это было просто замечательно, хотел сказать, ребят. Я просто на эмоциях, сами понимаете, мы прошли безумно сложное просто. А зачем отправляться на арену? Это зачем это нужно? Погодите. Ну, понятно, что мы должны завершить еще сетевые матчи. Это отдельным видео, ребят. Награда за рейтинги, кстати, важный момент, да? Давайте все посмотрим. А, это рейтинги, это которые мы зарабатываем в сетевом матче, поняли? Ясно. А, справочник, который, в принципе, нам уже не нужен. У нас есть все ребята, которые мы достали. Наш отряд великолепный. Эфирные духи, понятно. Что мы могли упустить? Объясните мне, пожалуйста. Только если как-то вот так вот, что у нас там, вот чемпионат, мы забрали вот это, да, то есть вот это, где основная часть? А, временная награда, скорее всего, точно, видите? Мы завершили полностью путь чемпиона, забираем все, обалдеть, ну и, конечно же, это еще.
Ну, сетевые матчи нам также принесут много интересного. В отдельных видео я буду показывать, как можно их пройти. Надеюсь, было полезным видео, ребят. Очень надеюсь. Я старался. Прям максимально старался. И сейчас завершите все миссии и получите одного из этих персонажей. Ну, мы завершили, поэтому можно сейчас что-то выбрать. У меня, в принципе, по-моему, все есть. Хук есть, Пела, Сервал, Лука. Ну, давайте посмотрим, кто у меня на самом деле последние мгновения. Сервал, понятно, у меня есть. Пела у меня, понятно, что есть. Хук у меня тоже присутствует. Луки нету. Ребят, Лука у меня отсутствует. Смотрите. Правильно же, да? Я его не мог нигде не... Да, мне даже сампа есть. Да, я поэтому забираю себе Луку. Персонажа, которого у меня нету в коллекции. Да. Замечательно, ребят. Еще раз спасибо, что смотрели. Увидимся в других видео. Пока-пока.